Николая Васильевича. Но об этом он вам расскажет сам. Я искренне желаю всем присутствующим в зале, чем через произведение автора, увидеть, услышать и понять его внутренний мир, его отношение к жизни, его отношение к природе, к людям, к музыке, и сделать для себя новые открытия. Я хочу назвать эту встречу двумя простыми, но очень емкими словами. Это доверие к жизни. Но доверие к жизни невозможно без любви к жизни. Любви честной, искренней, бескорыстной, всеобъемлющей и всепрощающей. Окружающий нас мир не нуждается в спасении. Он нуждается в любви. Обычная любовь – это требование. Настоящая любовь – это зрелость. Она ничего не знает о требованиях. Она знает только радость щедрости. Дорогие друзья и уважаемые зрители, цветы должны быть без повода. Счастье должно быть настоящим. Дом теплым. Любовь должна быть взаимной. Погода. А без разницы, какая погода. Эрих Мария Ремарк. Уважаемые зрители, ну надеюсь, что погода в нашем зале будет теплой, уютной и приятной. Здоровья воспитателям и продолжателям славных традиций хорового пения не только в Тосно, но и в России, по всей нашей стране. Особенно знаменательно, что у вас авторская песня, что у вас и музыка, и слова на, так сказать, ваши. Мы с большой симпатией относимся к вам, к вашему хору, ценим. Видим, что у нас, нашего хора ветеранов труда и песни, появился достойный соперник. Есть с кем соревноваться, есть друг на друга, друг у друга что-то познавать, учиться. Блин. И двигаться дальше, да, народ, на радость жителей нашего Тосинского района. Особенно благодарность вам, дорогой Николай Васильевич. На этом вечере подождать, пока мне предоставят слово. И я вам скажу почему. Потому что Ваня поет как никогда. Поздравляю я вас всех. Николай Васильевич, и вас всех. Действительно приятно вас слушать. Спасибо. Спасибо большое. Я хочу сказать, тосницы могут гордиться земляком Николаем Васильевичем. Гордиться. Поэт, прозаик, музыкант. Дорогого стоит этот человек. Я что хочу сказать? Замечательные стихи его. Он посвящает родине, Тосно, тоснинской сторонке. Сердце радуется. Хочется петь и танцевать вместе с ним. Сказала все добрые слова, пока была в бонусе времени. Зарплату! Подождите, подайте мне, подайте. Сидоренко! Зарплату! Нет исполнительной платы. Нельзя вносить из организации, нельзя, у них определенный сценарий. Все, конечно, нужно такое, сделали там. Да, точно, посреди концерта. Нельзя, прервали все. Сегодня я поручусь, не вручусь вам честь. Павел Григорьевич, тихо. Так что, как говорится, это уже между собой получилось. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо всем.
Благоловичев, Ирины Орловой, Татьяны Соловьевой и, конечно, Лили Чарливны нашей Тайгет Чистяковой. В общем, на вас суд. Я стихи сочиняла прямо здесь, в зале, поэтому судить очень строго. Что получилось, то и получилось. Не, я очень против. Николай Васильевич. Я не поэт, но эти строки я посвящаю только вам. От культ работников душевно привет сердечный передам. Тебя звали просто Коля. Ты приехал к нам сюда, родом сам из Украины, баянистом стал в ДК. В Ушаках агитбригада выступала много раз, на полях в ДК, на ферме песня под баян лилась. Создал хор, сюда ходили и контора, и детсад, и учителя, и ферма. Все совхозники подряд. На переборку овощей совхоза тебя брать мы не могли. Сами за тебя трудились, твои руки берегли. Центр досуга в ДК однажды артисты новые пришли. И хору нашему, наверное, в ДК места не нашли. Эх, мотались вы потосно, и репо ваш хор пустил. Наконец, дворец культуры вас душевно приютил. Вроде стало все на место. Хор, цвети и расцветай на твои стихи и песни от души народу напевай. Значит, есть и наша доля, что таким известным стал. Твои руки золотые, твои строки огневые, хора песни заливные, пусть услышит этот зал. Был обычным баянистом, и никто тебя не знал. Стал поэт и композитор. Вот каким наш Коля стал! Николай Васильевич Николенко! Молодой человек! Ну, наверное, музыкант не может написать стихи о музыке. О музыке. О, музыка, люблю тебя, всем сердцем преклоняюсь. О, музыка, живительный нектар, гармонией тембральной вдохновляюсь и славлю, как бесценный Божий дар. Ценю творцов высокого искусства. С Николаем Васильевичем. Друг друга знаем достаточно давно, но я буду меньше сейчас говорить, а исполнить песню, которую я написал на стихи Николая Васильевича. Это стихи о любви. Они немножко такие ироничные, но получилась такая лирическая мелодия. Я хотел бы вам сейчас впервые здесь сносно ее показать. Приходит и уходит. Что
вот еще сейчас помню. Мне приходилось петь. Потом я не пел почти 30 лет. И вот совсем недавно, придя в хор к Николаю Васильевичу, я как-то вдруг вспомнил молодость. Новый год всем принесет удачу.
удачу, любов, достаток, славу і почет, мішок улыбок, кошелек придачу, потом, щоб вийшов за стольку щас. Хочу, щоб радостно сіяли лица, сміялись діти у праздники вкус. Зверкали елки імені на ресницах, а серце бело от восторга чувств. Ночь новогодняя, волшебной тройкой, со звездами, со сказочной луной, мчит нас плясками, да с полупесной бойкой. Будь счастлив, во весь год, народ честной. Спасибо, Сюгарда. Да? Да, если мы любим. А я же твой стих же, я обещал. Да. Я переживала, чтобы он нам обещал мне. Ты хорошо руками размахивали, блин.